Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Сегодня у нас с вами гороскоп на 10 января 2021 года. День недели – воскресенье. И по традиции, друзья, мы начинаем с лунного календаря. Сегодня 26 и 27 лунные сутки. Убывающая луна в знаке зодиака Скорпион. Это один из самых счастливых дней этого месяца. Этот день предназначен для новых знакомств, встреч, свиданий, который сулит нам радость и взаимопонимание, а также гармоничное биение двух сердец. Любая работа в эти лунные сутки спорится и дарит нам позитивное настроение. Символ этого дня – корабль, который открывает перед нами новые горизонты и дарит блестящие перспективы тем, кто активно добивается цели. Если вы столкнетесь с непростой проблемой сегодня, то призовите на помощь свою интуицию, которая вас не подведет и подскажет выход из запутанной ситуации. Далее у нас с вами, друзья, общий гороскоп на 10 января 2021 года. День очень необычный и насыщенный. Дело в том, что сегодня решительно действуют даже те, кто обычно предпочитает лишний раз не рисковать и ничего не предпринимать. Сегодня будет много интересных начинаний, оригинальных идей, которые захочется немедленно воплотить в жизнь. Единомышленникам легко будет объединиться, потому что они часто понимают друг друга с полуслова. Не исключены сегодня и романтические увлечения на работе. Любовные истории, начинающиеся в этот день, будут яркими и запоминающимися, но едва ли продлятся они долго. Далее у нас с вами гороскоп на 10 января для каждого знака зодиака. Овен. Уважаемые овны, не загоняйте себя в угол. Что бы вы ни делали, какие бы планы ни строили, оставляйте пути к отступлению и пространство для маневра. Этот день категорически не подходит для того, чтобы принимать окончательные решения, что-то кардинально менять в жизни. Старайтесь быть осторожными во всем. Думать о том, какими могут быть последствия ваших поступков. Неважно, какие задачи вы решаете и чем вы занимаетесь, важно рассчитывать на свои силы и не ждать помощи. Едва ли кто-то поспешит к вам, если вы столкнетесь с трудностями. Усилий может потребоваться больше, чем вы ожидали, но шанс добиться успеха всегда есть. Телец, уважаемые тельцы, вас ждет масса интересных и полезных дел. Вам хочется успеть все как можно скорее, и вы стараетесь ничего не откладывать. Но также не забывайте о том, что отдых тоже важен, и постарайтесь найти для него время. Середина дня порадует вас неожиданными встречами и приятными сюрпризами. В это же время не исключены интересные деловые предложения. Вечер – это время хороших новостей. Скорее всего, касаться они будут кого-то из самых близких вам людей. Вероятно, перемены к лучшему в семье. И сегодня у вас будет возможность порадовать друзей и родственников, и вы это не упустите. Близнецы, уважаемые близнецы, сегодня нелегко будет сохранять спокойствие, поскольку многое идет не так, как вам хотелось бы. Например, утро будет очень беспокойным, полным дел и забот. Из-за этого вы не успеете осуществить то, что планировали раньше. Днем, напротив, не будет происходить ничего особенно интересного, и это очень вас огорчит. Возможно, разногласия и с близкими людьми. Чаще всего причиной их становятся мелочи, на которые вы в другое время не обратили бы внимания. Вы будете нервничать меньше, если подумаете о своем будущем. Начнете строить планы и искать способ воплотить задуманное в жизнь. Рак. Уважаемые раки, этот день пройдет удачно и приятно для вас, если, конечно же, вы посвятите его полезным делам. Чем больше их будет, тем лучше для вас. Спокойно, конечно же, отдыхать вам удается сегодня. В голову могут лезть какие-то мрачные мысли, вспоминаются неприятные события прошлого и старые обиды. Близкие не всегда ведут себя так, как вам хотелось бы. Больше критикуют, чем хвалят вас. Сейчас лучше не вести долгих разговоров. На работе могут возникать затруднения. Вам не хватает информации для того, чтобы принять правильное решение.
Стоит посоветоваться с теми, кто знает больше. Не стесняйтесь задавать вопросы, даже если они кажутся вам и глупыми. Лев. Уважаемые львы, в этот день хорошо браться за новые дела, даже если они кажутся и сложными для вас. Многое будет получаться само собой. Часто вам почти не приходится прикладывать усилий, чтобы добиться нужного результата. Главное здесь не торопиться. Спешка часто становится причиной ошибок, которых удалось бы избежать. Позволь вы событиям развиваться своим чередом. Сегодня будет шанс узнать много полезного, причем самая интересная информация часто поступает из неожиданных источников. Вечером не исключены какие-то приятные события в семье или перемены к лучшему в отношениях с любимым человеком. Дева, уважаемая дева, этот день лучше всего подходит для дел, которые требуют фантазии и изобретательности. Типичные проверенные методы не помогут вам добиться тех результатов, о которых вы мечтаете. А вот эксперименты часто оказываются удачными для вас. Сегодня можно делать покупки, в том числе и крупные. Тут друзья охотно помогут вам советами, подскажут, на что обратить внимание. Также можно вкладывать деньги в бизнес, собственный или чужой, но обязательно хорошо знакомый и понятный вам. Успешными будут деловые поездки, вдали от дома могут завязаться даже полезные знакомства. Весы, уважаемые весы, утро довольно будет напряженным для вас. Оно может оказаться неприятным не только для вас, но и для тех, с кем вы имеете дело. Общаться с вами будет трудно. Вы настроены сегодня критически, часто делаете саркастические замечания и можете обижать тех, кто вам дорог. Но продолжаться все это будет недолго. Вскоре настроение у вас улучшится и жизнь станет проще для всех. Вторая половина дня – это время полезных дел. Они не всегда просты, часто требуют полной концентрации внимания, а также самых разнообразных знаний и навыков. Друзья охотно помогут, не стесняйтесь обращаться к ним. Скорпион. Уважаемые скорпионы, успехов добиться сегодня можно, но они будут не такими значительными, как вам хотелось бы. Старайтесь ставить перед собой реальные цели, иначе вы потратите силы и время на то, чего в принципе нельзя добиться. Поэтому лучше сегодня доверять собственной интуиции, чем советам, которые дают вам окружающие. Ведь только вы знаете, как на самом деле обстоят дела. Этот день подходит для дружеских встреч, общения с людьми, которых вы хорошо знаете и можете понять с полуслова. Возможны и неожиданные подарки, приятные сюрпризы, а также денежные поступления. Стрелец, уважаемый стрелец, день неплохой, однако требует серьезного отношения к делам. Не стоит рассчитывать на то, что все получится само собой. Хоть звезды и на вашей стороне, но потрудиться вам все-таки придется. Могут подвести люди, на поддержку которых вы привыкли рассчитывать. Причина очень проста. Сейчас они слишком заняты решением собственных проблем, так что обижаться просто не на что. Сегодня будет возможность решить какой-то важный и сложный вопрос, который будет касаться личных отношений. После этого сомнения останутся только все в прошлом, и к вам вернутся уверенность в своих силах и, конечно же, оптимизм. Козерог, уважаемые козероги, сегодня у вас благоприятный день для общения, особенно с представителями противоположного пола. Общий язык вы находите сегодня моментально. Сегодня можно найти друзей или начать плодотворное сотрудничество с новыми партнерами. Если запланированы важные деловые переговоры, уделите особое внимание своему внешнему виду. Он должен быть безупречным, чтобы вам удалось произвести нужное впечатление. Не исключены удачные покупки и инвестиции. С решением любых финансовых вопросов вы справляетесь отлично. Возможны и денежные поступления, в том числе сегодня и неожиданные. Водолеи, уважаемые водолеи, дел, требующих вашего внимания, сегодня будет особенно много. Отложить что-то едва ли вам удастся. Успеть нужно все, поэтому каждая минута будет на счету. Сегодня можно попросить о помощи проверенных союзников, однако самые важные задачи вы все равно будете решать самостоятельно.
Работа отнимет у вас больше времени, чем обычно, и вам придется отложить какие-то запланированные развлечения. Важная информация, пожалуйста, делитесь только с теми, кому вы всецело доверяете. Если какие-то ваши секреты станут известны недоброжелателям, то проблем возникнет немало. Рыбы, уважаемые рыбы, благоприятный день для встреч с людьми, помощь которых вам не помешала бы. В первую очередь это касается работы, вам удастся заинтересовать своими идеями потенциальных партнеров, влиятельных людей и инвесторов. Справиться с личными проблемами удастся благодаря вмешательству друзей. Стоит поговорить с близкими людьми о том, что для вас важно. Сегодня можно поделиться сомнениями и тревогами, рассказать, конечно же, и о своих желаниях. Вы получите поддержку, почувствуете себя гораздо увереннее и найдете способ решить какую-то важную проблему. Друзья, вот такой у нас с вами гороскоп на 10 января 2021 года для каждого знака зодиака. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, и мы услышимся в следующем видео.